Дайте столик маге. А, тут один маг. Чё тебе, львичка, на хп? Бать, это мои личные фласки. Все, танки, левичка, Арислин. Хуёво, конечно, что ШМ танчит. Блять, так всегда было. Скиллованных людей мало. А рыбка была, да? Может, и в медведи тогда, не? Ну хуй знает. Я так-то могу. Сейчас ШМ побьет. Рыба стоит еще. Хутик тут. ДК пал классика, да. Квест на ребро, блядь. Я с прошлой недели еще не сдал, блядь. Пиздец. Сохрани, потому что мне забагалось. Короче, уже пора бы начинать. Что-то мы никак спулить не можем. Давай еще раз. Мушки ебаные, блядь. Какой еще смотри в корень, блядь? Ты чё, блядь? Так, Диси пугареет, блядь. Какую там роль ему давать надо? Давай варьер дадим. И рейдер. Все, даю отчет. 1-1. Слушай, там отходите вовремя. Он лужа. Он заебись туда стоит, каст. Я забыл, напомните мне, там Кирилл что-то поменял, паролу теперь с обычки ссылка, шмот. Или как? Да, разве он что-то менял? Да вроде не знаю. Ну говорят, вроде на PvP спи, на PvP, на такое. Ну а вот это 50 гп остается или нет, я что-то не помню. Да, да, я не видел их изменений, так что да. Что-то меняли, мне кажется, я помню, что-то было по-другому. Без ГП теперь шмот вроде как. Напиши мы, не знаю. Настя, ты там это самое, спроси у Кирилла. Не было же никаких анонсов. Пытается что-то изменил, был бы анонс. Типа по ролу раскидать просто, или по консулу, я хуй знает. Если без ГП, это же надо думать, все равно кому отдавать шмот. Но я не слышал такого, что просто отдают. Я слышал, что типа 50 ЕП любая шмотка, кроме топовых тренинг. Ну да, да. И типа мусорные шмотки типа бесплатно отдают. Шпиль. Спасибо. Блять, убьем его сегодня, нет? Прохильте, алло.
Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Так, что там? Кому надо? Кидайте ролл. О, Дарнован, что делаем? На распыл, кто там, кто распыляет, масло делает? Что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть... Ну и это параша тоже. Перчатки, дух, скорость тоже, думаю, на распыл. Ты сделаем костик, да? Конечно. Что у тебя в сумке? Шмот с ТТГ за ниди. Слышно? Да, да. А, короче, по ТБЛ клык за минимальное значение ГП, а весь остальной шмот за 50 ГП. Что пульсирует в жилах, все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Сорвалось немножко. Квест не забудьте. Квест не забудьте взять. Там вот для 15 человек, которые сдохли, вы там не забывайте это. Есть помощники такие, от них подальше стойте. Так они в рейде были. Они сорвались просто. Понятно. Ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его, кто откажется повиноваться. Квест не забудьте взять, тут забыл. А то с пауков убьем, пулять будем потом. Ну, помощник в рейд идет. Там тоже, походу, помощники есть, что-то не вкуриваю. Ну, пока не видать. Второго сразу запуливай. Давай незыбкую львичка. Мася по себе инер. Львичка слева. Реслин справа. Мирая грипаешь с лестницы моба. Налево к левичке. Рыб. Первая, третья слева бьете. Вторая, четвертая справа бьете. Этот самый Дарнован отсюда выйдет. Короче, кто-то... Я отведу, короче, в пизду. И дадите сап. Я отведу в мешки, дадите сап. Ешьте рыбу. А, сейчас поставлю. Вот стоит. Квест точно все взяли? Перевербовка. Еще 5 секунд. Проверка. Все, пуляйте без отчета. Тут припота не надо. Сейчас Дурнована кто-то саб дадите, там официантка дашь с его ставнчу.
Подальше сюда отведу сейчас. Все, давай. Покаяние. О, нихуя лужа. Ебаный. Зеленку нажал. Самых, самых бомжей по ДПС убил, все правильно. И так, вообще ДПС-то нет, блин. Так. Ну, Лёли, что-то там 5000 вроде как-то разгонялся. Ладно, блять. Похуй, пускай прилежат в пизду. Давай появимся, блядь. Да хули извиняюсь. Бог простит. Бог, вторая коза. Нарлован скоро выйдет. Фермера ей его сука, только, блядь, дал вихрь, нахуй. Короче, сейчас... Второй раз. Да, элементально, не трогай, алё, блядь. Вот, Мася, Мася, вставай и резай to good to be. Вроде он больше блэкича дает. Ну и все, последний шанс. На тебе, Эймер. Еще пачка трэша будет. Только закинулся вихрем, он уже нахуй 4 человека убил. Хуля, коса она такая. Да ебаные фросты нахуй, удалите. Зеленка слила. Повешался на тебя там вихрь, блядь. Да, хуй знает, наверное. Стопаем, да. Или чё? Стоп. Трэш бейте. Пошли. Два ляма. После трэша уже будет перевод. Сам скоро спадет. Всё, давайте Геру переводим, босс. Только вот этих мобов надо добить, как бы они кливают, блядь, что они в рейде делают? Кособоки, добейте. Спиритс. Крэйзи. Мирай, тебя... Представляете? Тебя кто захуячил, умирая? Дух, что ли? Слышите? Теперь это ДБМ пишет новый. Чё пишет? Дух атакует тебя. А, это уже когда вот, пизды получил? Да. Или еще когда не долетел? Не знаю, не заметил. Нет, это когда уже получил автоатаку, он тебе это пишет. Надо, чтобы он писал до того, как получил автоатаку. А сейчас вообще ничего не написал. Дарнован, вроде. Че, покаяние когда еще? Я, блядь, ему дала покаяние, нахуй. Он, блядь, хуйнул вихрь и все. У меня покаяние в КД, поэтому мне нечему. А, сейчас корни дам. Держи на себе просто. Сейчас я корни ебану. Там пойду. Уже сами подбирайте. У меня еще 23 секунды. Ёбаный урод, пошел. Легчайшая багуха. Квест не забудьте сдать. Так. Прикольная кличка. Приятная. Это параша надо кому-то вообще? Бесплатно, блять. Ну, бесплатно 50 же, нет? Не, это беспонтовая шмотка, не нужная никому. Так официантка сказала, типа, остальной шмот 50. Ну, есть шмот, который либо на PvP берут, либо, понимаешь, людей Т4 одеты. Они этот шмот не оденут никак. Ладно, я понял, все забил.
Его даже за 50 гп никто не возьмет. Ну конечно, Настюхе повезло. Ой, все. Так, кольцо. Надо кому-то вот это. Ты еще скажи счеты за ГП давать. И эти убойники, там всякие шею с тухлого, которые крит МП5. Я бы от кличка не отказался. У меня 245. Спасибо большое. Колечко нормально, еще более-менее, наверное. Кольцо на танка надо кому-то. Благодарю вас. Пока вы не прибыли, силы были неравны. Капитан Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. Мы будем сдерживать Орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота Усмирителя, занять позицию. Блять. Там нас был. Не достаю, слишком далеко. Долго там еще дракона бить? Да, да. Давай, щука. Там тебе трэш надо залить еще. А, ты ролил кольцо? Я просто не увидел. Блядь, где эта хуйня? А, этот самый Буребек, передай Реслину кольцо. Блядь, чат что-то прокручивается, блядь. Всю эту хуйню сумок, когда лутают. Я же его не проматываю по КД, блядь. Берите ранс. Колдплей тут. Запустил пока. Колдплей. Левичка, туда летаешь, Реслин тут. На нашем корабле может официантка и Акиса оставаться. Рога. Остальные все туда летайте. Быстрее убьете мага, быстрее корабль убьем. Капитан, очевидность. Ну, блять, некоторым это не очевидно же. Звучал как оскорбление. Да нет, это прикол просто старый. 5, 4, 3, 2, 1. Он не про то, что я сказал, он про то, что ты сказал. Точнее, не про то, что ты сказал, а про то, что я сказал. Короче, позитрон, позитрон нахуй. Понял, да? Я уже сам запутался, я сказал. Сука. Ой, блядь. Я как этот, нахуй, из Форсажа негр этот, блядь. Который, я, говорит, болтаю, кого хочешь, нахуй. Да, хуйню несет постоянно, кого он там и болтает, блядь. А, кстати говоря, надо трэш бить. Если что, так что-то живые. Я? Полетели туда, Левичка, ты там уже, надеюсь? Видишь, как, блядь, даже сам себя заболтал. Что-то долго Макс дыхает, уже он должен лежать. Буребек, Мегащука, понятно.
Мирая, Реслин, а Реслин танчит. Мирая, сука, летай сюда. Или ты в пушке? Тут надо мага быстрее убивать. Видишь, как у нас мало дамага по магу. Мало дамага по магу. Звучит. Оружейников хотя бы побить. Вот вышел маг, да? Его уже надо было пол хп снести, пока он еще бежал. Хватает ДПС. Синдру до взлетки надо будет сегодня постараться перевести. До первой взлетки. Изи. Холич соло переведет. В смысле убьет. А, у него уже чарка есть в натуре. Интересно, сколько на этом дашь на сурке? Я вообще не понимаю, почему на сву не падает чарка, что за хуйня? Хейт какой-то. Не, я, кстати, по-моему, один раз только ее понападал. Я тоже один раз где-то ее видел, блядь. Мне на медведе чарка нравится, вообще хорошая. РБК танчить, заебись. Чё-то, блядь, пушки какие-то слакают, блядь, никакие дома. Мне кажется, да, у нас одна пушка пустая, пацаны, третья справа. Может, кто-нибудь сядет мне чисто по приколу? Чисто по приколу, блядь, или мы еще полчаса тут будем бить, блядь. Сейчас левичка сдохнет уже скоро. Там 51 стака, если что, на Мурадине. 5 хилов. Может, улетите? Я выдержу. Пока что хильте. У него все прожимки еще есть. Все 5 хилов, короче, хорошенько хильте этого левичку. И, блять. Я вот не знаю, улетать, нет? Как ты думаешь? Сейчас тебя с двух ударов сложат, если что. Да у него же прожимки есть еще, что ему сложно. Вот сейчас можно. Еще из баллов остался. Ладно, давай этот самый Реслин дай, по нему каплю подбеги. Сейчас хилы хильте его нон-стопом. Он уже не зипку сдал. Пизда, нахуй. Так уже мага надо ждать, он не зипку сдал. Пули толку сейчас улетать. Давай, SDX зубы по нему, по левичке. Сдал. И... Ну, хорошо, духи за поле пристали. Через 3 секунды духа кидай. 18 секунд. Короче, ПКД. Coldplay, давай массакру. Мага full DPS, заливаем. Потом уже пушки-то бьют. Потом улетаем, короче. Все, улетаем в пизду. Добивайте пушки. Вот что значит одна пушка не стреляет. Чуть танк не сдох. Зато хилам хоть немножко интересно. Угу. Кто хочет подамажить с хилов там? Может 4 хила, ну да и все. Да можно даже 3, мне кажется. Можно 3. Я могу, но я бесполезная. Ну, спекнись, подамаж. Чё? А у вас DX нет, ШП? Ну, у меня совсем слабый. Ну, я боюсь, что любой другой будет полезнее. Запы, нихуя! Спекнись, короче, хила в подамаж. Там все равно нечего делать. Ноль осколков. Сейчас попытаюсь вспомнить, как оно работает. Холич, сколько у тебя холич? Чарка, сколько? 10 осколков. Запа надо кому-то? Сколько у тебя осколков, Холич? За сегодня упало или всего, я имею в виду? И вообще. Дети. Ну, нормально. Так, вот эти тампки надо кому-то? Я на сову в них долго гонял совой. Так, спейси закидывал. И вот это на ханта или энха. Бентли, давай энха. Кого энха, блин? Не-не-не, отдай ханту. А, я понял. Там же РПБ есть, типа. Я забыл, что у нас вагоны есть. Отстаньте. Так. Синхер Фразотрон. Где он там, блять? Блять, вот. Третья пати. Да нет, второй пати. Поменялось просто положение там.
Заколдуйте еще волю. Че вам рыбу въебать или че? А вот рыба. Мусорная воля. Короче, принимайте там, добавляйтесь, еще срок запускаться будет. Можно я класс менять не буду? Да не надо, не меня. Ну я тут под сопротом бегаю просто. Да ничего страшного. Платит. Все, запускаю. Время показывать силу Б. Ты все-таки в бэме? Что? Все-таки в бэме, говорю. Да блядь, у меня шмот говна, девчонка. Короче, давайте ДПС угадаем, сколько у нас будет. Я, короче, думаю, будет... Кунки нету, да? 355. Это на выходе? Блядь, да. Ребята, у нас анхолика-то нету. Анхолика нет. Вот гады. Все ДК гады, все сразу говорю. ДПС холича, короче, 22 тысячи. Так а чё, кто-то успеет спекнуться, еще 30 секунд. Так, так там уже спекнулся ШП. Николай спекнулся. Все. Если есть кто-то более полезный, я спекнусь обратно с удовольствием. Да не, не надо там... 2012 в этом. У них, о, у них нету... Вась молодец. Все, есть этот АДК, нормально. Ну все, теперь ДПС 400 тысяч будет. Короче, 345-355, думаю, будет. А там еще петушка кто-то поставил, Акиса, наверное. Геру, Геру, дай. Геру. Умирает там, ебашит. Я вообще сам с сопротом и без масла, блядь, пиздец. Пошли оправдали. Уже время перемазывать нету. Надо ДПСить. Ну, как кто-то с кружкой. Мне Килая передамаживает нахуй. Чтобы вы понимали. На ШП. Или вот ты на сове, да? Ну да. Что-то за лупа какая-то нахуй. Ни чарок, ни хуя. Да, ну чарки, да, с лупы нихуя ладно. ДПС у нас 369 сейчас держится. Все равно мало. Не угадал. Не, сейчас экзекутка, сейчас вон 370 уже. ДПС очень мощный. Таким ДПС можно Геру на фул проходить. Ну все, без Феникса идем в Геру. Да. Закрываем до лича, Феникса зовем, уже на лича стоим. Не, ну без шуток, типа на фул Геру можно спокойно пройти. Без, я не знаю, почему Феникс не захотел идти. Но... Кроме Джайны, конечно. Ну там уже в другом вопрос будет вставать. Будет как хилы высыхать, как кто тактику исполняет. Там уже дольше бой. Не то, что тут 3 минуты и все. Че, кулак сколько показывает?
У меня у тебя 26 тысяч. 25 900. Мне показывают. Ну красава, красава. Я думал 22, да что ты 26 даешь. Ну не, АДК спекнулся. Я танка охраняю. Короче, я обратно в холика. Ну, передамажил, у тебя 4 ДПС лучше, чем у меня. 16 тысяч, это вообще заебись. Ну, для обычки, по крайней мере. Для Гера это минимальная планка. Не для ШП. Не, ШПшнику хорошему, конечно, 2 царик надо. Квантрикс вон стрит. Ну, ты знаешь, я в ШП не играю. Чё, тёплый плащ? У меня есть целых 2 хила спека. Надо никому плащ, это ебаный. Охуенный плащ, между прочим. Забирай. У меня уже есть, не геровский надо. Вот это параша без ГП, кому надо, покоритель. Кидайте ролл, чтобы это видеть, кому надо вообще. У меня коллекция их уже, блять. Ладно, я понял. А плащик не пристроили? Там Рестин уже запулил, губы стрят. Плащик спейси отдал. Страшная смерть. Завоеватель надо кому-то? Квантрикс на хила сделаешь. Так. За запы. Вар забирал, он мне их отдал, я понял. Я Вальку спулил там, стаунтите. Покастуйте Квантрикс. А, все понятно, нет. Где там вторая? Давай, давай вторую еще. Она далеко, блять, ладно, похуй. Давай сейчас вторую еще ебанем в пизду, я не хочу налича потом бегать с вальками. Мы с первого раза убьем, в смысле? Ну да. Ну и вальку, да, с первого раза, конечно. Это без сомнений. Не понял. В ком ты сомневаешься, что мы лича не осилив? Да, блядь, спулят там, как обычно, будем полрейда на личе стоят. Полрейда на синдре там в лут смотрят. И 5 челиков вальку спулят и будет в бою бегать еще от нее по кругу. Будет она живая. Вот, а сейчас мы эту вальку убиваем, и такого уже точно не будет. О, прям отлегло от сердца, блядь. Хватит на хантов гнать. Ну, правильно, мастер. А правильно. Однажды нас сапнут, и вы будете сосать наши зеленые члены. Она не на хантов, она на щуку гонит. Специально, чтобы он там посильнее дамажил. Да, блядь, после ДХ в среду, просто когда? А у меня вопрос, а почему, блядь, у всех какое-то разное значение, нахуй, по ДПСу, блядь, сурка? Ну, у тебя в этом, в DC или где, или на скрине? Ну, вот у меня, допустим, вообще DTS почему-то показывает на выходе, у меня 18 800, у Холича 25 ровно.
Ну, бой висел еще какое-то время, он снизился. Mm-hmm. Я сразу бой скидываю ложной смертью, чтобы сразу... Я вот не знаю, тоже там у всех по-разному эта хуйня пишется. Разные системы исчисления. От лагов еще зависит. У каждого индивидуально разные цифры будут всегда. Плюс еще details, он же считает, типа, сравнивает данные у тех, кто, у кого установлен, тоже details он сравнивает. И под них среднее делает значение. Поэтому, может, в одном details у человека там залагал, или еще что-нибудь, а у другого не залагал, и больше DPS, и он будет усреднять эту хуйню, и будут цифры разные совсем. Короче, дрочево это все. Короче, как Арислин написал, Сирус ворует DPS, бля. Ну, у меня на 40 DTLs максимальная 26900 показывает. Это хороший DPS. Ой, а залейте кто-нибудь там, у кого там нормально более-менее показывает в этот вниз. Моя скада самая четкая. Вот, все. Я ложную смертью всегда бой скидываю после боя, так что... У тебя не показывает моего элементаля. А он нихуя. Так что это неправильно уже. Он полбосса убил там, да? Ну, у меня вообще там 19 с чем-то показывает. 19.4, что-то такое там. Так что это неправильно, ППС. Вроде всех петов показывает, я не знаю, у тебя, видимо, какой-то особый элементарь. Не, он не показывает, скажи. Бля. Он только там в details начался, начали его показывать. Значит, все четкие, кроме Элима. Ну, походу, Элима не видит. Не знаю, кто это, но спасибо, что призываешь их хуйню. Репа нужна, пиздец. Пожалуйста, пусть. Это, Холич, чтобы осколки лутать, нужно души сначала высосать, да? Да. Хотел найти репо фарму, блин. Недолго ты высасывал? Заходов, наверное, 20-25. Плюс еще десятки закрывал. Блять, вам не кажется, мы долго эту собаку ебаную убьем? Это вообще пиздец. Просто хренки пливы. Ленточка, быстро. Рольч. Кто выиграет, тот 30к ДПС будет давать. 99, еще 99. Еще Бурепэк 99. Ебать, заебись. Ну-ка давай, может у меня сотка будет, блядь. Сейчас, секунду. На, нахуй. Кидайте еще раз втроем ролл. Кто там по 99? А чё, левичка 99? Наверное, он. Кто-то 93 ещё. Левичка кинула. На ёбщике, блядь. Официантка еще кидала, по-моему, 99. А. Официант. Полищит. А, Арислин. Арислин. И еще кто-то. Короче, Арислин. Так. И Бурябек. Бурябек еще кидал. Ну, он тоже погоду. Звездочка. Да чего вы мне там обмен кидаете? Это ты чё? Рыбу. Колдплей. В ромбике
перегрузка в звезде и под боссом одна. Только Геру не забудьте дать спула перегрузка. У нас Шершам дает Геру. Первую не сносим, да? Ну как, да. Как хотите, мне похуй, главное не сдохните. Ну это ты массовый с командой, чтоб дали, что я только одну золотая. Сейф Левичкин будет с Хулипаловским, дает счет. Последние споры, смотрите, там у кого сколько стаков. Давай, Левичка, Т4. Колдплей массакру. СДХ съем на хп, дай. Блять, а. На хп? Все взял. Да, уже похуй. Нормально. Ходишь на колдуй поезд, блять. За всю хуйню. Колдуй бабка, колдуй дед. Уже не сносите. Зачем? Побежали. Да, ходишь, хуёво ты колдуешь. Да, блять, мне 0 осколков за весь рейд. Я говорю, хуёво ты колдуешь. Там шкаф ебаните на гневом, меня сумнете. Сейчас шмут раскидаем. И... Так, кровь надо кому-то сразу в этом рейде? У кого квест есть на нее? Дальше, вот это надо кому-то? Вот это надо кому-то? Я понял. Так, Спейси Левички дай этот перчатки. Так передашь, скажешь. Тапки рольч. 50 гп получается, да, вроде как. Там же 3 не только. 3 не за половину. Так, смотрим, кто там по ИПГП. Квантрикс. Нет, лок выше. Лели выше. ГЦ, люля. Смоните. Какие тапки Левички скинуть? Кожаные? Не тапки, а перчатки. Спейси, которые критхаст латные. Ага, увидел, хорошо. Дай шкаф, лок какой-нибудь.
передал. Угу. Перегрузка. Все готовы под босса. Идем. Отчет даем. 4, 3, 2, 1. А я не знал, что левичка это Фелиция, блять. Только сегодня узнал. Ебать, у вас динозавры эти кричат. Чё? Динозавры эти ебущие кричат. Хотя бы так. Вот сколько у тебя сейчас это, слышишь? Позитрон, сколько сейчас у тебя ДПС? У меня. Вы. Мало, хуй знает. 1012, наверное. Ну посмотри, сколько. 13 тысяч мне показывают. Ну просто интересно это, посмотреть. Отображает у тебя элементаля или нет? Но вот у меня, как бы, сейчас вот у меня пишет 20-100. Твой ДПС? Да. Травма. Но у тебя тоже не отображает 19. У меня показывает, что у тебя 19 тысяч. Кому надо травму? Никому? Мне нужно. Очень. У меня 233 шмотка. Все правильно. Все остальное у меня совпадает почти до целых. Только ты не совпадаешь. Так, вот это нахапало надо кому-то. Блять. Вот эта хуйня надо кому-то. Да, пойду скидывай, у меня этот и стоит. У меня отображает все. Я говорю, у меня только ты не совпадаешь, ну, остальные совпадают. Да я, у меня читает, я просто говорю то, что позитрон хотел скинуть, я говорю то, что это скада не показывает. Я говорю, только с тобой не работает, все остальное нормально. Да, ну, ты себе прибавишь, сколько получается разница? 1200, ну вот, прибавляй к моему 1200 свой получишь. Кто с вас в кукле там сидит?
Так, Арислин, ты в кукле, да? Ага, все. Там, когда заберешь с левички с босса, когда 4 стакана будет, там официант какой-нибудь диван даст. To good to be, дай по официантке СС. Так. Найти рыбу. Жрите. А киса заходишь? Где там рога, блядь? Куда он там делся, блядь? Рано похуй. Без него начну. Coldplay. Coldplay. Даю отчет. А за киса вылетел. Да пох. Иди перестань. Перебежали лужу. Тут эти максимально слизня. Профы можешь уже к столу вести. Лужа, выходим. В сторону зеленого поведешь сейчас. РДД от босса метров 20 наберите. Пельмени сейчас через 2 секунды полетят. Готовимся. Отбежали пельмени. Еще обратно встаем, где пельмени упали. Так, сейчас будет красный, готовимся. Пельмени отбежали. Красный фулл ДПС. Что-то луж нету нихуя. Все, лужи отбежали. Босса дальше бьем. Пельмени отбежали. SDX, блять, как дела? Нормально, не болею. Я смотрю, хуёво. А чё, чё, словил что ли? Да, ты пельмень словил. Бля. Рано переговорить со всеми. Спасибо. Лужа. Пельмени отбежали. Сколько там переход? 40? На 35. Пока бьем. Еще красного будем убивать. Милики пока босса бейте. РДД свищ красного. Красного убиваем, сразу босса переводим. Фулл ДПС и по боссу, и по красному. Лужа отбежали. Пельмени отбежали. 1% у босса переводим. Босса можешь к столу вести. Я не достаю до босса. Почти идеально. Когда левичка накопит 4 стака, там реслин заберешь, по нему диван дадут. По левичке. От стола начинаем. Против часовой. Стоим в кружке. Скоро будут пельмени, готовимся.
Тут уже разольется, потом проведут немного, там пройдем. Пока два стака нормально. В принципе, тут без дивана бы справились. ДПС хороший. Можно спиздить на хантах. Пельмени отбежали, РДД. Сейчас упадут пельмени, вернемся обратно. Все, лужа. РДД, выходим с лужи. Ну, нормально. Проведи чуть подальше. Ладно. Так, левичка. Давайте РДД проходим, только в колбы не встаньте, вот в эти они сейчас взорвутся. Кто пробежал, тот молодец. Пельмешки. А, лужа. Что там, Арислин, сколько у тебя? Четвертый. Ну и все, львичка забирай, добиваем. Бери КП до арты. Великий лут арты. Да заебалось. Последнее желание, блять. Поставьте там шкаф на совете. ГЦ ходить. С первым, так сказать. Может, десятый, считай. Ну, в этом рейде первый. Будет сам передашь или утром дашь? Да, дам сейчас. Ну, вот это параша сразу на распыл. Ой, на распыл. Покорители надо кому-то вообще? Плюсаните. Ладно, сейчас на шару дам. Короче, Мирая, будешь собирать танка на тебе. Потом танкоспек будешь собирать. Ну и кто еще там есть? Блэкич, давай аркана сделаешь, короче. Заебись. Все, сейчас даю лут черноте. Забирай. Можете сумануть меня и Холича. Мало у нас здесь авиарискина, мне кажется, это была ошибка. Че, вы там сдохнуть решили? Там один колдплей, один арислин, и удачи. Не сдыхайте на трэше, блять. Ну то это хуёво. Слушай, он живет, блядь, это чудо. Пошли, пошли, духи. Где там кунка у нас? Может его взять? Нахуй, хуй знает. Зайдет, рога нет. Мне кажется, вряд ли. Так, давай. Далеко он вредно. Позовите кунку, короче, пускай заходит. Так, сколько боссов там? Сурок. Шесть боссов, короче. Чё, присты сделают красиво, да? Mm-hmm. Или экзорцизм? Да, как-нибудь красиво. Только две пачки, не пульте, самое главное. Красиво. Ну, пульте сразу. Ёбаный в рот. Короче, командиру даю вихрь. После вихря... Это... Киньте так, какой-то стан, ему, не знаю. Ещё вихрь дал. Сейчас третий вихрь по командиру дам, чтобы нас не откидывал. Полная залупа. Дизармуем там, давайте какую-нибудь хуйню. Гнев небес там. Как
Кунку позовите там, у кого есть возможность. Ему вихрь ебанул, вот он откидывалки свои дает, вот эти неприятные.